Всем привет! Судя по названию, вы уже точно знаете, о чем сейчас пойдет речь. Если вы являетесь владельцем такой прекрасной породы, как кавалер Кинг Чарльз Спаниель, тогда вы точно знаете, что такое шерсть и шерсть повсюду. Она находится абсолютно везде. На столе, на полу, на кровати, абсолютно везде есть шерсть этих прекрасных пушистиков. Из-за того, что это домашняя порода, линька проходит круглогодично, но особое внимание нужно уделять собаке в осенний и весенний период. Чем же помочь себе и своему любимому питомцу в этот непростой для вас обоих период? Сейчас я вам все расскажу. Ежедневно, помимо игр и тренировок, стоит уделять время расчесыванию собаки полностью по всей длине ее тела. Таким образом, все волоски, которые уже выпали, но застряли в шерсти, будут устранены. Важное замечание. Настройте свою собаку на расчесывание. Пусть для нее это будет приятным ритуалом. Дайте ей вкусняшку, погладьте побольше. Когда собака спокойна и уже точно знает, что вы не будете делать ничего плохого, приступайте к расчесыванию. Вы можете взять вот такую расческу, она продается в абсолютно каждом зоомагазине. Пусть собака обнюхает эту расческу и точно убедится в том, что вы не собираетесь делать ничего плохого. Расчесывайте собаку по всей длине, тем самым вычесывая всю шерсть, которая уже совершенно не нужна ни вам, ни вашей собаке. Если есть какие-то колтуны, узелки на шерсти, уделите им особое внимание. И не забывайте поощрять собачку вкусняшкой. Также мне нравится использовать вот такую штуку под названием форминатор. Она вычесывает своими зубчиками. Вот, посмотрите, какие они. Весь подшерсток, который остался на собаке, на теле собаки, который вываливается, везде остается и раздражает вас. В обычное время я использую эту штуку раз в неделю, но сейчас, весной, мне приходится делать это практически каждый день. Периодически я делаю паузу и даю Лилуше в какую-нибудь вкусняшку, для того, чтобы поощрить ее спокойное сиденье и терпение. Она действительно молодец. Особое внимание я уделяю ушкам. В целом это занятие длится где-то максимум 10 минут. И да, в период активной линьки я даю своей собаке витаминно-минеральный комплекс. Лилуше, как вы видите, эти таблеточки очень нравятся. Вот такие простые действия помогут вам и вашей собаке пережить непростой период под названием линька. Ставьте пальчики вверх, если вам понравилось это видео и если оно было полезным. Также пишите в комментариях ваши вопросы и смотрите наше видео, как у нас появилась Лилуша.